Всем салют! Сегодня рассмотрим такой вопрос. Как много упражнений нужно выполнять на одну и ту же мышечную группу на одной и той же тренировке для того, чтобы обеспечить эту мышечную группу оптимальным стрессом? Ну, оптимальный стресс, оптимальное такое слово звучит хорошо, но говорит о том, что все замечательно будет. Но стресс бывает также недостаточным, когда вы спустя рукава потренировались, либо чрезмерным. Чрезмерное это, кстати, то, что чаще всего и случается в жизни. Мы хотим как лучше, а получается как всегда. Чрезмерный стресс это, кстати, еще хуже, чем недостаточный стресс. Часто хуже. Почему? Потому что частенько процессы разрушения берут верх над процессами построения. И ваша мышечная группа не то что стагнирует, а она вообще откатывает в своих силовых показателях и в объеме назад. Из-за того, что вы слишком много хотите. Мне есть что сказать. Все-таки 21 год натурального тренинга атлетизмом. И до того лет 10 турникменства, так называемого. Ну, смотрите сами. Сейчас много точек зрения в интернете. Там многие рассказывают, что они бомбят по 5 упражнений на бицепс, по 5 упражнений на трицепс, по 4 подхода на каждое упражнение и так далее. И в моем опыте, я уже об этом говорил, у меня были такие же ошибки, ну пусть не по 5 упражнений, но по 3 упражнения. Я делал там подхода по 4, насмотрелся интернетов, как вы. Но, слава богу, я отделался от этих ложных схем. В общем, друзья, я считаю, что самое лучшее упражнение – это самое первое на мышечную группу. И в оптимуме оно должно быть единственным на мышечную группу в этот день. Многие считают, что несколько упражнений так называемо прорабатывают мышечную группу лучше. Друзья, забудьте про такое слово «прорабатывать». Любое упражнение прекрасно прорабатывает мышечную группу. Вот вам нравится какое-то упражнение, вы выполнили в нем все, что хотели, вы, надеюсь, даже сделали какой-то рекорд силовой. Это уже прекрасная проработка. Дальнейшее ваше уничтожение, замучивание мышечной группы ни к чему хорошему не приводит. То есть к дополнительному росту мышц дальнейшие упражнения не приведут. Они могут не навредить, но как минимум вы потеряете время, будете напрягаться, но к дальнейшему росту это не приведет. Вот по первому упражнению, если вы в нем нормально выложились, будет расти ваша мышечная группа. Да, друзья, вот такой мой вывод. Так что 5, 4, 3 упражнения, особенно еще на маленькие мышечные группы, это, на мой взгляд, это безумие, это не окупается. Есть еще также такое поверье, что мышечную группу надо атаковать под разными углами. И там отдельные кусочки мышечных групп можно бомбить. Там мне задают вопросы, вот в этом месте с краю грудной, вот тут снаружи грудной как прокачать, вот тут снизу немножко и сбоку. Или там как низ бицепса прокачать, или вот низ задней части дельтовидной мышцы и так далее. Люди верят в то, что они должны под разными углами прокачать, и тогда мышечная группа у них вырастет. Я тоже раньше в это верил, тоже это делал, но опыт – вещь упрямая. Реальность, друзья, это вещь упрямая. Я сравниваю результаты тех времен, когда я бомбил под разными углами, и тех времен, допустим, сейчас, и еще у меня было 2 таких периода, когда я не бомблю мышечные группы под разными углами, не бомблю по несколько упражнений на одну и ту же мышечную группу. И что я вам хочу сказать? Чем меньше упражнений на мышечную группу, тем лучше. Тем в большем весе ты пребываешь, тем больше объемы твоих мышц становятся, и тем большие силовые показатели ты имеешь, которые даже растут в тех упражнениях, которые ты не делаешь. Так что вот так, друзья. Одно упражнение. Я считаю, что нет смысла в один и тот же день, вам примеры, делать, допустим, подтягивания узким внутренним хватом и подъемы штанги на бицепс. Нет смысла в один день делать подъемы штанги на бицепс и сгибание рук с гантелями на бицепс.
Нет смысла делать подтягивания с весом или без веса, а потом еще тягу верхнего блока под любым углом. Под любым углом. Менять хваты и так далее. Нет смысла. Один хват выберете и все. На самом деле ничего это вам не даст. Я тоже раньше верил, что даст. Нет смысла в один и тот же день делать французский жим и брусья. Нет смысла в один и тот же день делать брусья, отжимания на брусьях и жим лежа узким хватом. Нет смысла делать в один и тот же день, допустим, жим гантелей на наклонной скамье и жим штанги на горизонтальной скамье. Вы поняли, да? Два упражнения на одну и ту же мышечную группу. Возможно, вам будет в это сложно поверить. Были времена, что я тоже в это не поверил. Минимум должно быть в вашей тренировке упражнений. Они желательно должны быть базовыми. Лучше в одном упражнении каком-то, бьющем куда-то в одно место, сделать больше подходов, если вам уж так хочется. Но не переходить к другому упражнению. Если вы перешли ко второму упражнению, допустим, после жима лежа вы решили еще сделать кроссовер, как бы, ну, сильно хуже вам тоже от этого не станет, но с точки зрения роста мышечной массы это будет бесполезно. Вы можете это проверить на себе. Допустим, отказаться от кроссовера и делать только жим. И если вы не химик, вы не увидите через 3 месяца никакой разницы, разве что в лучшую сторону. Разгибание рук, допустим, уберете в день трицепса, когда у вас есть отжимания на брусьях. И опять же, если вы проведете такой эксперимент, вот, ну, если вы не боитесь, проведите такой эксперимент, замерьте там все сантиметровой лентой и так далее, вес свой измерьте, и вы увидите, что ничего не ухудшилось, ничего не уменьшилось. И факт в том, что чем меньше упражнений делаешь, но на них хорошо сосредотачиваешься, тем лучше растет твоя мышечная масса. Тем лучше, друзья. И следующий ролик я запишу о топ-6 упражнений, которые вы, выполняя, можете не выполнять больше никаких упражнений в вашей программе, и у вас будет все великолепно. Если вы тренируетесь натурально, конечно, потому что как у тех, кто не натурально, я не знаю. Я о них ничего не буду говорить. Возможно, им и нужно много бомбить упражнений. Все, всем пока, друзья. До новых встреч.